Всем привет, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Skyrim. У меня новая версия Фрапса, поэтому качество изменится и все будет, надеюсь, хорошо. Мы продолжаем наш путь к Седобородам, но у нас появился квест. Мы по непонятным обстоятельствам попали в Рифтен. Нас арестовали, забрали все краденое, но попали в Рифтен. И там зашли в Хромары и получили квест. Помочь влюбленным. Ну пусть так. Вперед. Поработаем Купидоном. Интересно, как они туда его прикрепили? Этот рожок. Ножки такие ублюдцы. Прикольно. О, блин, вечер. Ну ничего. Темнота, друг молодежи. Вперед. Задание у нас... Помочь влюбленным. Это тут. Ну, стой. Да. Что тебя беспокоит? Девушка жалуется на то, что родители не дают им с любимым сбежать в Рифтен. Ни отец, ни мать не хотят помочь. Я поговорю с твоими родителями. Так. Ладно. Банальная ситуация, но мы им поможем. Надо сделать тише музыку. Вам, может быть, этого не слышно, но, блин, мне так по мозгам лупит. А, вот она сидит. Перейдем на вид от первого лица. Твоя дочь прислала меня поговорить. А, то есть ты не против? Муж и жена одна сторона, ясно. Муж сказал, так и будет. Ну ладно. Предлагает она побег. Что если они сбегут, то она возьмет мужа на себя. Окей. Сейчас пойдем поговорим с женишком. Где он? В таверне, наверное, сидит. Прохлаждается. Это что за дом? Скорее всего, таверна. Так. Вот это, наверное, женишок. А вот это... Это отец. Так, меня прислала твоя дочь поговорить. А, папаша говорит, что, мол, она бегает от жениха до жениха. Ну, вчера любила одного, теперь любит другого. Ну, еще и такой... Закостенелый, что если все люди уедут с села, то кто тут останется? Что все начали переезжать резко в Рифтен. Ну что ты хочешь? Рифтен — это город. Это что у вас село?
знает о высоком Кротгаре, я уже все знаю. Да, ну вот ты, женишок. Хватит. Блин, кто меня пихает? Чувак, хватит. Ну, короче, он обрадовался, что может взять свою зазнобу и слинять в Рифтон. Чувак, думай быстрее. Все, пошли. Пошли, чувак. Чувствую, в этой серии я тоже не доберусь до седобородых. Но в следующей я обещаю торжественно. Я пойду на 7000 шоу. Так, а где мамаша? А, вот, мамаша. Стой, ты мне ничего не скажешь? Ну, ладно. Наверное, он к невесте своей пошел. Пойдем послушаем. Чё тут, как тут? Так, нет. Вот тут она где-то стояла. Да, вот она. Чувак, да ты мастер. Ладно, все, с этим делом уладили. Теперь они смоются. Нам надо отправляться обратно в Рифтон, доложить о нашем успехе. Медоварный черный вереск. Прикольно. Но все-таки красиво тут сделаны эти декорации. Все так с душой. Я заметил, у нас новый уровень. Что ж, поднимаем запас сил до 130. И здоровья. Так. Будем качать луки, потому что нам придется очень много подземелий зачищать. А луки это... О, одноручное оружие до 30 уже. Блин, 23. Ну ладно. Все, теперь следующий до 40. Ну, пока по сути игры будем пользоваться луком. Луками моей булавой. Блин, все еще темно. Блин, жалко, я не посмотрел, сколько он урона наносит. Ну вот этот лук теперь дамажит на 40 больше. Так, и зарядим стальные стрелы. Я их у торговцев напокупал или натырил, даже не помню. Так, вот тут Ромары. Здесь нам дадут что-то за все эти труды. Кроме благословения, естественно. Какую-то саблю любви. Что-то типа этого. Да, мне удалось там уладить все с влюбленной парочкой в Айверстеде. Да-да. Теперь мне нужно поговорить с Консельма. Консельма.
Ир, а где он живет-то? Маркарт. Маркарт. Хорошо. Значит, вы наймем сейчас повозку. На повозке туда быстро отправимся. Я не буду чесать через всю карту ради какого-то там влюбленного. Так, насколько я помню, повозка у нас... Так, кувалда. Не, чувак, я знаю, ты меня сейчас напряжешь. Хотя, стой, подожди. Ты хотел со мной просто поговорить, да? Эй, чувак, ты чё, обиделся? Да ладно тебе. Блин. По-моему, я квест какой-то обломал. Ну ладно. Надеюсь, за то, что я обломал тот квест, мне не посадят такую клеточку. Блин, страшно. Смотри, какая она брутальная. Еще и с цепями. Уф. Жесть. Просто жесть. Кстати, надо будет как-то посидеть в тюрьме. Не давать взятку должностному лицу, а посидеть в тюрьме. Наш орк обязательно должен посидеть в тюрьме. Так, Маркарт. За 20. Хорошо. О, господи, дракон прилетел. О, хорошо, я успел смыться. Блин, чувак, как ты меня спас. Да, блин. Теперь, насколько я знаю, на меня будут постоянно нападать драконы. Ну, не на меня, на людей. Ну, на меня в частности. Прискорбно. Кошак. С кривым клинком. Вот, по-моему. Так, конечно, маркерка. Ну, блин. Крепость такая, как древние пирамиды Майя. Такое все. Стилизованное. Очень-таки темно. Чувак. Я знаю, что это марка. Да блин, что-то ничего не видно. А, вот, все, двери. Я думал, уже такое освещение говно. А нет, оказывается. Может, тут можно на кого-то поохотиться? Так, о, девушка. Где она? Эй, чувак, ты чё, блин, я не попал. Он девушку прирезал, скотина! Сволочь! Уйди прочь! Получи, тварь! Он девушку зарезал, скотина! Ладно, где моя стрела? Сволочь! Так, давай сюда стрелы, скотина. Блин. Ключ. Ключ, это хорошо. Так, ножи. Ножи нельзя поднимать. Тогда заберем их так. Так, и у тебя, сволочь. Да, чуть не убил, скотина. Записка. А, ясно. Я понял, чувак. Это типа ты не хочешь шумихи поднимать. Ладно. Так, встретимся в святилище Талоса. Обязательно. Ну, в другой раз. Я подрабатываю Купидоном.
Начало. Заговорить голос. Офигенно. Наверное, опять какой-то большой квест взял. Потом, потом. Ну, по чуть-чуть наберется целая куча квестов. Все равно только ради этого я сел играть в Skyrim. Каждые квесты интересны. Каждые. Даже вот такие вот перебежки по влюбленным. И то интересно. Ну блин, пошел бы я сейчас на 7000 шагов. Шагал бы по тем сраным ступенькам. О. Шагал бы я по тем сраным ступенькам. И что дальше? Ну пришел бы я до седобородых. Ну блин. Научили бы меня они чему-то. А так я пошел в Маркар. Тут убили тёлку. Убил какого-то скотину. Теперь работаю на Мару. Богини любви. Ох ты, какая пещерка. Так. Чувак, у тебя проблемы? Так, вот ты Консельмо. Консельмо. Чувак, твои молитвы услышаны. Ну, не помню, может и знаю. Ну да, знаю. Ясно, старикашка зассал подойти и поговорить. Своей любимой. Ладно, поможем. То была молодежь, теперь старики. Не думаю, что там какая-то бабуська будет сидеть. А, он мне рассказывает про местного ловеласа, который дружит с ней. Ну ладно. Поболтаем с ним. Что нам долго? Так, надо на выход отсюда идти. Так. Ну, еще один ящер. Один мне уже такой попался. Одна точнее. Нет. Один ассасин, одна в таверне бармена и официантом один. Блин, мерзкие твари. Подводники хреновые. Так, стоп. А, тут ступеньки. Я сейчас пугал. А, вот. Вот ты, чувак. Я пришел. Да, крови хватает, чувак. Ну нет, я от Консельма. А, ясно. Стишки любит девочка. Ладно, окей. Но ты же мне напишешь стихи, чувак.
Хорошо, сколько ты хочешь? Двести золотых? Ладно, забирай. Шутит насчет старого сухаря в консерне. Чтобы я передал сам ему. Так, а где он? Не в таверне часом? Нет. Где же он сидит? В замке. А, он говорил, да, что он сидит в замке. Что я провтыкал. Каменная крепость. Блин, один из самых неудобных городов, в которых я вообще бывал. Обвалы, обрывы, водопады. Так страшно ходить по этому маркету, что кошмар. Хотя, может быть, еще хуже что-то будет. О, блин. Под землей крепость. Какой кошмар. Ладно. Беги, беги, беги. Блин, чувак, быстро выдыхайся, Нью-Йорк. Ох ты, скотина! Ладно. Сядем на каменный стульчик. Что, не такая уж ты и старая? Я хочу передать тебе стихи, это от консерни. Дать тебе стихотворение. Ой, сразу оттаяла воячка. Да, он влюблен в тебя, давай, давай, давай. Прощайтесь. Так, теперь Консельма, блин. Она ему тоже письмо написала. А что, сходить впадло, да? Идти-то 10 шагов. Блин, что, не сюда. Что тут идти-то? Ну, блин. А, все, Мэрк выдохся. Прискорбно. Так, консельма. У меня послание. От твоей этой тёлки. Да, чувак, давай держи. Двемеры, я так понял, это гномы. То есть это гномское поселение. Только почему я никого не видел? Ни одного гнома не видел. Я-то думал, тут будут карлики ходить и... Как в Dragon Age первом. И втором. Ну, там не было города, ладно, во втором не было. В первом. Целый город карликов. Ох, блин. Классный костюмчик-то. Чувак. Что, все? Пообжимались? Ну ладно. Это дело ваше. Продолжаем нашу миссию. Передачи любви. А, вот, кстати, этот бармен с пчелы и жала таверны в Рифтине. Я тебя запомнил, ящер. Я тебя запомнил.
тут, наверное, по-быстрому, да. По-быстрому надо переместиться в рифтом. Так. Не, не в сам рифтом. А сюда, в крепости, там ближе. О, топоришка. Классный топоришка, моему уголоку такой. Блин, здоровый. Ну, лезвие классное. И сделан так стильненько. Это, я даже не знаю, двемерский или... Или эльфийский. Скорее всего, эльфийский. Такие формы изящные. А у двемеров это лопата. Так, стоп, позиция не сюда. Так, вот он, храм Мары. Что ж. Да, благослови меня, Мара. Теперь мне удалось помочь паре в Маркарте. Да-да, что ты мне дашь-то? Да, я познал юную и бальзаковскую любовь. Дальше что? Отлично. Теперь что, мне призраков придется сводить? Спасибо, спасибо. Да уж. Что мне дал-то? Амулет Мары. Какой-то особый? Не, блин. Такой самый. Чего? Ну и ладно. Будем нести... О! Шлемы. Чем брать их будем? Будем нести любовь дальше, Марс. Я думаю, продолжим в следующей серии. Ну-ка, как выглядит наш Купидон-то? Красавчик. Ладно. Всем спасибо за просмотр. До новых видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.